интересует дух этого места. И мне кажется, я имею на это полное право. Искусство удивительным образом конкурирует здесь с каким-то производством. И, во всяком случае, ну, вот оно дает возможность деревне там каким-то образом жить. Собственно говоря, это и есть смысл скульптуры, как говорят. Красиво со всех сторон, да? Вот и вот хуже, и тут тебе столько сторон.